Прежде всего, доброе утро. Я бы хотела поблагодарить Вадима за то, что он меня пригласил выступить здесь сегодня. Хочу поблагодарить оргкомитет за то, что они согласились провести эту сессию. Действительно, я с удовольствием хочу выступать здесь перед врачами. Я буду говорить о коррупции, которая влияет на нашу профессию. Я хочу поблагодарить вас за ваше участие. Мои коллеги попросили, чтобы я рассказала об неофициальных платежах, то есть о коррупции между провайдером и пациентами. Я буду говорить о проблемах конфликта интересов, это риск коррупции, и фактически это связь между провайдерами и частными компаниями. Прежде чем я сюда приехала сегодня, мы говорили о сетях и о капексе. Было несколько предложений, но я решила говорить об этой теме, потому что я считаю, что это важная проблема, которая влияет на результат для пациентов. Я считаю, что практикующие врачи также могут контролировать эту проблему. И для того, чтобы быть прозрачными, для того, чтобы показать тон моего доклада. Я работала в Prosperity International, я работала между 17 по 19 года и как реципиент программы. Это фармацевтическая компания GlaxoSmithKline, и я занималась текущими расходами. И также я занималась фармацевтическими поставками, эти инициативы, и они оплатили мою поездку сюда, и также работаю в компании экспертом Carbon Corruption. Цель моего доклада, у меня три цели. Прежде всего, я хочу, чтобы вы поняли, каковы конфликты интересов в медицинской практике. Затем я хочу рассказать о психологических процессах, которые влияют на решения, которые приводят к конфликту интересов. И, наконец, я хочу рассказать о подходе по смягчению этих конфликтов интересов в медицинской области и предложить некоторые решения. So what is a conflict of interest? Что такое конфликт интересов? Может, вы с этим знакомы, но тем не менее я хочу сказать, какое у меня определение и все такое. Это взято из управления, из руководства по управлению конфликтами интересов. И это набор обстоятельств, при которых разумный человек примет во внимание то, что способность и возможность отдельного лица вынести свое суждение или как-то действовать может быть затруднено благодаря также того, что это будет вмешиваться в интересы других. Что такое интерес? То же самое руководство делит интересы на четыре категории. И финансовые, это очень просто, различные финансовые транзакции, цена, цель, компания, индивид, а также есть косвенные, и есть также нефинансовые профессионалы, есть нефинансовый персонал, есть, конечно, система различных финансовых выгод, которые они могут получить, или, допустим, есть косвенные интересы, когда это кто-то внешний может быть, ну, какие-то получает выгоды от продукта, например, который может выписать медицинского продукта и так далее, или поддержать просто ради поддержания хороших отношений, повышения по служебной лестнице и так далее. Финансовые есть аспекты, повторения, финансовые аспекты конфликта интересов, потому что, может быть, это широкая практика в том или ином медицинском учреждении, например. Мы будем говорить о том, как вместе должны работать представители одной отрасли. Все это начинается еще с медицинских факультетов, медицинских университетов. Собственно говоря, студенты будут дальше строить медицинскую карьеру. И с самого начала они уже вовлечены в эту профессию, в обучение, и это все это меняется в ходе карьеры. Начинается с того, что студенты учат, изучают,
повышают уровень своих профессиональных знаний, ищут эти знания в учебниках, слушают профессоров, но они уже связаны со своей профессией, и потом у них есть практические занятия, и они могут стать даже лидером, собственно говоря, и своей группы. В Соединенных Штатах примерно 13 миллиардов тратится на маркетинг ежегодно. Маркетинг, когда мы определяем вот все эти взаимоотношения между компаниями и практикующими врачами, около 67-68% и 2/3 это врачи общей практики, очень интересная практика, потому что две юрисдикции в США, там, где может быть прямая реклама для потребителя, это означает, что компании, собственно говоря, могут обойти врача и напрямую пациентам рекламировать свои медицинские продукты, лекарственные средства и так далее. И вот компании таким образом повышают свою долю рынка. И почти 50% всех врачей в США получают оплату от этого сектора, от отрасли, что значительно влияет на их долю рынка. Компании прекрасно об этом осведомлены. И как выглядит вот это взаимодействие внутри этой отрасли и, например, участие в клинических испытаниях, как вы нанимаете пациентов, как вы их скринируете, что вы им предлагаете, и продвигая, как вы продвигаете свои продукты, вот традиционные какие-то еще плюшки в кавычках, то есть какие-то маленькие подарочки, например, гостеприимство, хорошо их покормить, пригласить на конференцию этих пациентов, то есть которые содержат элементы медицинской информации, финансовые соглашения, то есть вот такие ключевые лидеры, которые ведут за собой других инфлюенсеров, влияющие на общественное мнение. Проводится исследование разных продуктов, а вы получаете авторские отчисления, гонорары, и возникают иногда конфликты интересов, собственно говоря, даже благодаря этому. Что касается интересов, не обязательно эти интересы, эта заинтересованность всегда отрицательна. Ну, конечно, есть просто риск, который я ранее упоминала. И, собственно говоря, иногда это может принести серьезный вред. Ну, в общем, компании, конечно же, они стараются снизить потенциальное влияние на другие компании. Но всегда, понимаете, такое искушение существует. Например, мы кого-то приглашают, мы профессионалы, у нас прекрасное образование. И я хочу вам еще показать, как это может повлиять на других, и мы подвержены влиянием других, например, как мы смотрим на других, на своих коллег, что они делают, врачи практикующие, они многие говорят, что никогда они, собственно говоря, не попадут под влияние других, а коллеги с легкостью говорят, попадут под влияние, а я же никогда. То есть интересно, мы считаем, что мы прямо твердая скала, не подпадем под влияние других, не станет жертвой искушения, а коллеги могут, вот так отвечают обычно врачи, потенциально принимают решения такие иногда совсем не в лучших, наилучших интересах пациентов. И в конечном итоге получается, что именно пациенты станут жертвами подобных конфликтов интересов. И это очень сложно, потому что пациенты доверяют, что врачи всегда вынесут хорошие решения в отношении их. Но, конечно, понятно, что врачи гораздо больше имеют информацию по поводу состояния пациента, и поэтому они отвечают за это, они ответственны, и они сами должны обсуждать различные сценарии лечения или хирургического вмешательства, скажем, с пациентом, потому что у них все знание в руках. Очень сложно говорить о разных ипостасях конфликта интересов, ведь повлиять это может на пациента, даже смертность может повлиять на смертность пациента, собственно. Вот что может стать результатом конфликта интересов. Надо уметь ими управлять. А иногда мы этого не умеем делать. Есть ряд крупных скандалов, которые возникали время от времени на протяжении последних 2 десятилетий по поводу лекарственных средств, сильных лекарственных средств и так далее, которые иногда выписываются и по рецепту, несмотря на то, что они совершенно не нужны или даже вредны этим каким-то из пациентов. То есть на самом деле
можно принять во внимание, следует, что это лекарство может даже навредить пациенту, но иногда этого и не делается. А Авиокс, например, убил 500 000, и что факт очень мрачный. Вот, допустим, нельзя больше продолжать это лекарство прописывать, или оно не, чуть не лучше других лекарств, но тем не менее, вот это выгодно, и поэтому компании, производящие, продвигают это и так далее. И иногда была очень, недавно была жесткая тема в Великобритании, медицинский продукт, такой вегетальная сетка, использовалась, несмотря на отсутствие доказательств, что он помогал. Тысячи женщин, они, в общем-то, были травмированы, они это использовали как физическое противозачаточное средство. И как вот действительно процесс принятия решения может оказать воздействие на пациентов? То есть эти вопросы ведутся все время. Собственно говоря, надо снизить уровень вот этой ангажированности, чтобы компании не связывались настолько с практикующими врачами, чтобы врачам не было просто выгодно выписывать это лекарство, потому что, собственно говоря, у них хорошие отношения с этой компанией, производящей и так далее. Ну и потом вот эти маленькие подарочки и так далее уже оказывают значительное воздействие на поведение врача. Если приходит представитель компании, производящей это медицинское лекарство или что-то еще, приносит маленький подарочек практикующему врачу с тем, чтобы он всем пациентам выписывал это лекарство. Это тоже надо сократить. Мы должны думать об этом. И я буду говорить, конечно, о процессе принятия решения, как человек обычно с психологической точки зрения принимает решение. Собственно говоря, очень часто это делается подсознательно. Не всегда поведение человека рационально. И, собственно говоря, еще такие мысли бродят в голове, рукам руку моют. Я тебе вот это сделаю, одолжение, ты мне вот это и так далее. И поэтому иногда это искушение большое, хорошая возможность представилась, почему не воспользоваться. И вот надо посмотреть действительно глубинное изучение психологических процессов человека. Это очень сложно, это очень интересно, его мыслительные процессы и так далее. Вот была статья, опубликована в 2004 году, статья Мура и Левенстайна, там очень много теорий, но я хочу вот показать вам процесс, такую двойную модель этого процесса, что иногда может привести к конфликту интересов. То есть они определяют когнитивные процессы принятия решений на два компонента. Первый делается автоматически, а другой более сложный. Автоматический процесс принятия решений часто, можно сказать, это делается подсознательно. Ну и потом иногда хочется свои интересы соблюсти. Этические и профессиональные обязательства требуют более контролируемого, сложного процесса выработки решения. И вот в особенности, когда мы перегружены с когнитивной точки зрения, мы живем в очень занятом мире, масса информации, мы все перегружены, и процессы мыслительные, может быть, они немножко не так сейчас идут, нам всегда некогда. А как нам контролировать вот все эти конфликты интересов, когда мы так перегружены, мы не можем отойти. Ну, то есть иногда решение принимается именно на автомате. Собственные интересы, вот эти наши процессы все, конечно, обычно они имеют сиюминутное воздействие, и нам хочется что-то сиюминутно хорошее, получить свою пользу. Это подсознательно мы делаем. Но когда процесс принятия решений более сложный, более контролируемый, конечно же, он требует дополнительной работы, дополнительных усилий. Это уже нельзя сделать бессознательно. И прежде всего собственные интересы принимаются во внимание, ставятся в угол. Не во всех процессах, но в очень многих. Интересно, что вот в этой статье еще говорится, что наше принятие или толерантность неэтического поведения может возрасти с тем, как такие случаи повторяются снова и снова. И первый раз я это сделал, как-то угрызение совести мучает, второй раз сделал, ну, вроде ничего такого страшного нет, третий раз, да, нормально, все так делают. И это вот создает такой когнитивный диссонанс, когда я стараюсь как-то оправдать, почему я это делаю.
И понятно, что как бы я понимаю, что это идет вразрез с какими-то постулатами. Ну, я это делаю, я себя оправдываю. Ну, в общем, это, конечно, потенциальная теория, но можно применять ее тоже. Я к чему привержу этот пример? Я хочу показать, что мы все склонны ошибаться. Мы же люди, мы несовершенные, и определенные процессы мыслительные идут в нашей голове. Мы должны все это осознавать, прежде чем примем взвешенное решение. Второй миф того, что достаточно раскрыть эту информацию, чтобы удовлетворить потребность в защите интересов пациента. Ну, собственно говоря, в отрыве от всего остального это нам не поможет, ничего не даст, потому что врачи разные, по-разному они определяют конфликт интересов. А я такое имею определение. Ну, имеется огромное количество различных определений конфликта интересов. Я отталкиваюсь от собственной практики своих конфликтов интересов. Может быть, другой человек по-другому вынесет это определение, потому что в его практике все случалось иначе. И, конечно же, мы не можем просто решить. А если пациенты не профессионалы, они же не могут расшифровать, так сказать, эту информацию и сформировать мнение. Поэтому мнение их не может быть таким беспристрастным. И, собственно говоря, все должно быть взаимно, если кто-то представляет компанию. Ну вот мой пациент не обязательно вот из этой информации, которую я раскрываю, скажем, на флакончике или там на упаковке лекарства, он не может вынести профессиональное мнение, уже не профессионал. И вот это раскрытие информации, конечно, может снизить уровень своих проблемных ситуаций. Например, я говорю, я со своей стороны все сделала правильно, теперь я делаю шаг назад и все нормально делаю, пусть другие продолжают, я ничего плохого не сделала, я сделала только свою часть работы. Ну и я хочу сказать, первый шаг – это хорошо, не поймите неправильно, хорошо, раскрытие информации, я говорю об этом, но все и больше в законодательствах это возникает, то, что вот, о чем уже говорила Терен, законодательство тоже меняется, повышается уровень прозрачности по поводу финансовых взаимоотношений между врачами и другими структурами, в особенности вот такими компаниями в сфере здравоохранения. Сейчас вот так популярно становится вносить в законодательство такие проекты, что должно быть раскрытие информации. Но когда полностью это законодательство войдет в силу, доля рынка, наверное, у нас также и упадет, когда снизится вот такая заангажированность, то вот прибыли акционеров компании упадут. Думаете, компаниям это понравится? Акционеры будут сердиты, поэтому в результате раскрытия информации они только пострадают. И есть различные проблемы, связанные с этими законами. Закон, который называется «Чистое небо», законы прозрачности. И это означает, что те врачи, которые хотят повысить прозрачность своих действий, профессиональную честность, это очень важно. А что нам сделать как профессионалам? Вот понедельник следующий, да, вы разойдетесь по своим организациям. Что делать, вот как вначале мы говорили. Ну вот можно, конечно, об этом тоже подумать, об этой прозрачности. Но в России пока нет вот этого законодательства, этих законов о чистом небе, но вот Transparency International имеет офис в вашей стране, и они наши замечательные союзники. Transparency International как организация как раз помогает во всей Европе внедрять в себя это законодательство чистого неба, то есть полное раскрытие, прозрачность информации. Есть тут и проблемы, конечно, сложно это на практике, конечно, все это ввести в законодательство, но потому что на индивидуальном уровне все равно не идет полного отчета, поэтому очень сложно. У кого какие интересы, кто с кем аффилирован и так далее. И такие бывают иногда купюры, так сказать, таким образом в этом.
в этих отчетах, согласно этому законодательству, оно, собственно говоря, не поможет пациенту понять, в чем заключается интерес того, кто предоставит ему медицинские услуги. И, конечно же, тут есть граница или точка отсечения в этом законе о чистом небе, о полной прозрачности. Например, о чем сообщать? Одно дело, если вы видите, что кто-то кому-то передал $10, другой $10,000. Пациенты не совсем понимают, что это такое, этот закон о чистом небе, закон о прозрачности и всех его параметрах, потому что они не профессионалы. В этом акте говорится и о других коррупционных моментах. Ведь было очень много скандалов, связанных с, собственно говоря, раскрытием информации того, что творилось в некоторых компаниях. Конечно, этот законодательный акт не будет панацеей всех бед, и, собственно говоря, пациенты все равно не смогут расшифровать эту информацию, даже если она полностью раскрыта согласно этому закону. Но можно все-таки двигаться вперед. Что можно сделать? Конечно же, надо иметь более жесткие регуляторные правила по поводу того, как может вестись реклама этих компаний, производящих медицинские лекарства и так далее. И, конечно же, надо делать упор на ценностях лечения и лекарственных средств для пациентов. То есть, и, конечно, каждый врач, он проходит через курсы повышения квалификации, собственно говоря, и, собственно говоря, они сами могут выбрать, на какие курсы записаться, это очень важно. А второе, что можно сделать? Просто расширять осведомленность также между другими практикующими врачами, что такое конфликт интересов, как его избежать. И всегда возникают эти темы, собственно говоря. Мы должны понимать, что плохо, что хорошо, как правильно себя вести профессионально здесь, что такое профессиональная честность и порядочность. И, конечно же, компании должны обсуждать многие вопросы с практикующими врачами. Мы должны еще внедрять у себя это законодательство по полному раскрытию информации, то, что называется Sunshine Act. Но это очень важно. Мы должны управлять конфликтами интересов, потому что в конечном итоге мы должны все делать на благо пациента. Это ведь самая важная конечная наша цель и задача. На этом заканчивается моя презентация. Я хочу вас всех поблагодарить за внимание. Если будут вопросы, с удовольствием на них отвечу. Но опять-таки хочу подчеркнуть тот факт, что у вас есть союзники, есть единомышленники, и все, о чем мы говорили, стоит это у себя внедрять. У вас есть союзники, есть исследователи движения Transparency International и другие организаторы, которые хотят вам помочь, и им нужен ваш опыт и информация по проблемам медицинской практики. Вы можете с ними связаться, и если я смогу, я помогу вам установить с ними контакты. И я также хочу сказать о том, что говорил Тара. Это не только вопрос исследования. Я бы могла сказать, что это не то, что мы должны определиться, кто что сделал не так. Это не снижение риска. Мы сделали это в прошлом, но мы должны это изменить в будущем. Благодарю вас еще раз. И здесь есть публикации, которые вы можете посмотреть. Я с удовольствием дам вам эти слайды, если вы хотите их взять. Большое спасибо еще раз. Большое спасибо. Мне так кажется, что вы не убедили аудиторию, что хорошо было бы раскрыть их отношения с фармацевтической отраслью, с другими отраслями. Правильно ли я? В России стоит этим заниматься на уровне докторов или не стоит? С одной стороны, я знаю, что это очень прогрессивная мысль, что мы не доверяем исследованиям, которые спонсируют фармацевтические компании. Я думаю, что, допустим, 9 из 10 российских врачей вам это скажут. Но
С другой стороны, в общем-то, это не проблема, допустим, раскрывать свои связи с фармацевтической компанией. Окей. Хорошо. Ответа нет. И опять же, можете ли вы сказать, почему точно необходимо раскрывать эту информацию? Я это делаю, потому что я уже об этом говорила. Это не вы раскрываете эту информацию, а фармацевтическая компания говорит о том, что они вам дали. Ваша организация может попросить вас раскрыть эту информацию. Но если они это не сделают, откуда они узнают? Потому что правительство требует, чтобы фармацевтические компании это сказали. И, допустим, в Америке вы можете проследить по фамилии исследователя. Я бы не хотела вот обсуждать этот вопрос, раскрывать ли эту информацию или нет, или раскрытие не очень важно. Это просто одна из частей вот большой загадки. Иногда просто у нас нет такого детального раскрытия, потому что этому препятствует медицинское сообщество. Я бы сказала, что вы не должны ничего скрывать. Да, это так, но это, если вы не говорите, это не значит, что вы что-то сделали не так, вы просто были активным членом медицинского сообщества, потому что в основном вовлеченность – это хорошо, потому что таким образом мы расширяем медицинскую информацию. Спасибо.